автоматов, автоматов, хотя бы сотню автоматов просил фронт с первого же дня Великой Отечественной войны. Пехоте срочно требовалось современное и, самое главное, массовое оружие. И оно немедленно появилось. Пистолеты-пулеметы в фильме «Оружие». Идея пистолета-пулемета заключается в том, чтобы использовать в индивидуальном оружии пистолетный патрон для автоматической стрельбы. Малая мощность патрона в сравнении с винтовочным позволяет реализовать самый простой принцип работы автоматики – отдачу массивного свободного затвора. При этом открывается возможность сделать оружие исключительно простым конструктивно и технологически. К началу Великой Отечественной войны, несмотря на распространение пулеметов и автоматических винтовок, в руках советского солдата оставалось оружие, ведущее только одиночный огонь. При этом уже были приняты на вооружение ППД-34 и ППД-40, которые выпускались в небольших количествах. Сила пистолетов-пулеметов была не в уникальных технических характеристиках, а в способе применения. Во время Второй мировой войны немцы первыми стали использовать это оружие массово. Умелое применение имевшихся в войсках экземпляров автоматического оружия МП-38, МП-40 конструкции Фольмера позволило им в первые годы войны достичь заметного превосходства над пехотой противника в бою на малых дистанциях. Немцы сумели со всей возможной убедительностью доказать важность плотности огня. Особенно весомым этот аргумент становился, когда немецкие войска столкнулись с советскими, образца 1941 года, вооруженными преимущественно магазинными винтовками «Мосина», в меньшей степени самозарядными СВТ системы Токарева и АВС системы Симонова, и обученными ближнему бою главным образом в виде штыковой атаки. Основным оружием вермахта в первый период войны оставался магазинный карабин «Маузер-98К». Насыщенность пехотных частей пистолетами-пулеметами была невысокой. МП-40 вооружали в основном командиров отделений, экипажей танков и бронемашин. К началу Великой Отечественной войны было изготовлено всего 250 000 единиц МП-40. Вопреки широко распространенному мнению, навязанному художественными кинофильмами, где немецкие солдаты поливают из МП-40 непрерывным огнем от бедра, огонь велся прицельно, короткими очередями по 3-4 выстрела с упором разложенного приклада в плечо. В советских войсках были пистолеты-пулеметы ППД, но в существенно меньших количествах. Кроме того, существовали проблемы со снабжением боеприпасами. Не была отработана тактика применения такого оружия. Производство ППШ развернулось лишь в августе 1941 года. От боевых повреждений и экстремальных режимов эксплуатации в негодность ежедневно приходили десятки тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе пистолетов-пулеметов, которых и так недоставало в действующей армии. Не стоит забывать и о том, что огромное количество вооружений терялось при отступлениях и отходах. В этих сложных условиях огромную роль сыграла технологичность ППШ, благодаря которой удалось быстро развернуть производство грозного и так необходимого фронту оружия. Выпуск шпагинской модели был организован на предприятиях, ранее никогда не занимавшихся оружейной тематикой, подшипниковых и автомобильных заводах, даже в мелких кроватных мастерских. Пистолет-пулемет Шпагина был принят и на вооружение вермахта. Причем в германской армии использовали как трофейный ППШ, так и его модернизированную версию, переделанную под 9-миллиметровый патрон «Парабеллум». В ходе Великой Отечественной войны ППШ претерпел небольшие изменения, связанные в основном с еще большим упрощением и ускорением производства. К недостаткам ППШ образца 41 года можно отнести большой вес и габариты оружия, сложность замены и снаряжение дискового магазина. Последняя проблема была устранена благодаря применению коробчатого магазина.
В армии их часто называли просто рожками. И многие десантники, вот в частности те, которые на танках уходили в бой, перемещались, так сказать, то многие из них вот вооружались как раз пистолетами-пулеметами с такими секторными магазинами. Причем каждый солдат переносил 7 рожков. Один был в пистолете-пулемете, и 6 были в подсумках. А солдаты, которые вооружались ППШ с дисковыми магазинами, носимый запас патронов был меньше. Благодаря пистолету-пулемету Шпагина на заключительном этапе войны советские солдаты имели подавляющее огневое превосходство над пехотой вермахта. Основной пистолет-пулемет МП-40, состоявший на вооружении германской армии, проигрывал советскому ППШ по всем параметрам – эффективной дальности, скорострельности, кучности и поражающему эффекту. Эксперты стрелкового оружия считают ППШ-41 одним из лучших образцов пехотного автоматического оружия времен Второй мировой войны. Всего за военный период 41 по 45 годы в Советском Союзе было выпущено более 6 миллионов пистолетов-пулеметов конструкции «Шпагина». Вскоре после окончания Второй мировой войны производство ППШ было свернуто, и его сняли с вооружения. Но при этом пистолет-пулемет «Шпагина» в массовых количествах поставлялся за рубеж. В различных локальных войнах и конфликтах ППШ-41 активно используется до сих пор. Последний пример его применения – война в Ираке. Американские морские пехотинцы и десантники высоко ценят трофейные пистолеты-пулеметы «Шпагина» за высокую скорострельность и плотность огня, что особенно важно во время быстротечных схваток в городских кварталах и жилых помещениях. Еще один замечательный пистолет-пулемет был создан в 1942 году в блокадном Ленинграде. Его автором стал конструктор-оружейник Андрей Судаев. Первый опыт применения ППШ показал, что вполне удовлетворяя войска по своим боевым качествам, из-за крупных габаритов и массы он создает неудобства при использовании его десантниками, разведчиками, танкистами, саперами. По этой причине в 1942 году перед конструкторами-оружейниками была поставлена задача создать пистолет-пулемет более легкий, но при этом такой же простой и надежный, как и шпагинский. Также требовалось уменьшить скорострельность. Тот же ППШ за высокий расход боеприпасов прозвали «пожирателем патронов». Наиболее полно отвечал предъявленным требованиям пистолет-пулемет Судаева, ППС. Члены государственной комиссии пришли к единому мнению. Пистолет-пулемет конструкции Судаева конкурсные испытания выдержал. Других равноценных конкурентов не имеет. По техническим и боевым качествам значительно превосходит ППШ-41. Необходимо срочно поставить ППС на серийное производство. Вскоре новый пистолет-пулемет был принят на вооружение. Его выпуск под руководством самого конструктора был налажен в блокадном Ленинграде. Это происходило очень быстро, поскольку ППС был втрое технологичнее шпагинской модели. Новый экземпляр изготавливался за 2 часа 40 минут. ППС-43. Пистолет-пулемет системы Судаева образца 1943 года. Калибр 7,62 мм. Длина 62 см. Вес в боевом положении 3,6 кг. Емкость магазина 35 патронов. Прицельная дальность 200 метров. Практическая скорострельность 100 выстрелов в минуту. Судаевский образец имел низкий темп стрельбы, что обеспечивало хорошую кучность боя. Спусковой механизм упрощенного типа допускал только автоматическую стрельбу, хотя тренированный боец мог производить одиночные выстрелы коротким нажатием на спуск. К одному из важнейших достоинств ППС-43 относились его небольшие габариты. Это достигнуто было за счет того, что отказались от деревянного ложа. То есть он имел вот такой откидной металлический плечевой упор или приклад,
который позволял уменьшать значительно габариты оружия, что было очень удобно при применении этого оружия в некоторых родах войск, вот, например, в бронетанковых войсках. То есть оружие можно было сложить, и оно уменьшалось в габаритах и хорошо располагалось в боевом отделении танка. Очень полюбили это оружие разведчики. Пистолет-пулемет Судаева сыграл важную роль в обороне и прорыве блокады Ленинграда. В то время, как в осажденный город по дороге жизни шло продовольствие для ленинградцев, обратно из города вывозили не только беженцев, но и новое оружие. Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено около 500 000 ППС. Они продолжали нести боевую службу до середины 50-х годов, когда постепенно их заменили автоматы Калашникова. Собственное производство этого пистолета-пулемета было организовано в нескольких зарубежных странах, включая Польшу, Финляндию, Испанию, Китай. ППС-43 можно увидеть в голливудском фильме «Мумия. Гробница императора драконов». Действие происходит в 1946 году в Китае. Пистолетом-пулеметом Судаева пользуются главные герои картины. ППС был очень популярен в войсках и заслуженно снискал славу наиболее совершенного пистолета-пулемета Великой Отечественной войны. Продолжение рассказа о стрелковом вооружении советской пехоты в следующем фильме «Оружие».